Добрый день, друзья! Сегодня 8 июня 2020 года. Я приехал в Ялту и сделаем небольшой обзор определенных мест этого замечательного города. Сейчас я на троллейбусной станции, сяду на маршрутку и проеду до центра, а там пешочком пройду. Да, вот первая очередь фонтана уже запущена, и вот отсюда тоже будет вода бить. Но самое главное, что запустили фонтаны. Ну, друзья, Ялта готовится к курортному сезону. Выставляются качели, карусели. Сейчас идет наладка, настройка этих каруселей. Ребята, когда открытие? 15-го? Классно. А там уже не одна зависит. Открыли прокат электросамокатов. Добрый день. Здравствуйте. Молодежь. Здравствуйте. Как успехи? Хорошо. Движняк идет? Да. Регистрируемся. А, это как каршеринговая, да? Служба, да? Регистрируемся, через приложение оплачивать для проката. А, еще раз? Качаете приложение, свои паспортные данные, свою фотку туда и карточку присоединяете, оплачиваете. Типа PayPay, он сразу, бесконтактный, да? Отлично. А это телефон горячей линии? По-видимому, да? Так, а мы сейчас посмотрим приложение. Вот, друзья, приложение. И можно спокойно подойти и взять самокат на прокат. Идем дальше, друзья.
друзья, здесь же на набережной открыли место, где припудривают носик. Полностью зеркальный. Сейчас посмотрим. Ну супер. Ну да. Зайти можно поснимать? Птички поют, друзья. А, и здесь есть комната, где можно ребенка перепеленать, да? Я зайду, посмотрю. Там, правда, может, где тряпочки висят. Ну, ничего страшного, это не страшно. Вот, друзья, если вам надо пеленальный столик. Вот здесь есть, он откидной. Да, это очень удобно. Молодцы. Спасибо. Да, зеркальный, полностью зеркальный. Это, друзья, крымская сосна. Так вот, ветры с гор ее наклонили, но не стали ее выравнивать, уничтожать. Пускай она радует это дерево своей красотой и необыкновенностью. Друзья, а это такой небольшой вернисажик. Вы портретистка, да? Верно. Так, и мы сейчас посмотрим, как вас зовут. Елена Черных. Все верно. И телефончик. И все тут сразу есть. И мобильная почта. Надо еще этот. И даже приставать не надо, надо телефон уже лежит. Надо номер карты еще. А, типа донатить надо, да? Можно донатить, можно заказать портрет. Ну, друзья, давайте посмотрим. А чем пишете? Уголек? Это сепия. Ага. А дальше будет вот на холстике сепия, а это масляная красочка на бумаге и на холстике тоже. Так, ладно, пошла, приду. О, классно, классно, классно. Малыш. Я не посмотрю, что я не стала с тобой. Это винтажная такая, такой, да, рисуночек. Теплая ретро. Мастер? Стараюсь. Молодец. Так что Ялта живет, друзья. Вернисажи уже открылись. Друзья, а сейчас мы подходим с вами в ресторан «Испаньола».
Но очень узнаваемое место. Здесь снималось очень много фильмов. Один из них «Асса». Но, к сожалению, «Испаньола» кафе закрыто. Друзья, с вами дневник коренного крымчанина. Сейчас мы пройдемся по новой набережной и посмотрим, какие новые бутики открылись и как идет подготовка к курортному сезону. Идемте дальше, друзья. Сейчас подойдем поближе к пляжу и посмотрим. Люди отдыхают. Очень много людей в Ялте. Хочу сказать, что сейчас 19:00. Это уже вечер. Солнышко ушло за горы. Но людей меньше не становится. И сейчас с вами пройдемся по этой великолепной набережной, трехуровневой. Уже открылись магазинчики, бутики. Ну, все на вынос. Друзья, зимой я снимал этот бутик эклеров. Сейчас посмотрим. Здесь были сами замечательные эклеры. Сейчас зайдем, посмотрим, как они здесь сейчас работают. Идемте дальше, друзья. Друзья, а вот это первый ярус приморского пляжа. Кафешки работают. И сразу кафе, и сразу пляж и море.
Да, друзья, Ялта великолепная в любое время года. И зимой, и весной, и осенью, и лето. Лето – это благодать здесь. Друзья, вот такую я вечернюю прогулку совершил по Ялте. С вами дневник коренного крымчанина. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем удачи и добра. Еще увидимся. Пока. Плакаты раздали, там, в здании, где-то работают.